раньше. Чего? Ола, амигос, и вечер добрый, с вами Квантум, с вами Медалист, с вами Дизари и с вами Агиман, и добро пожаловать, это CSGO Дед Мороз Маньяк против Снегурок Выживающих. Здорово, писата! Здравствуйте! Сегодня огромная новогодняя карта, желаю тебе приятного просмотра, желаю хорошего настроения, хорошего вечера, не забывай про подписки на канал, мы будем начинать, погнали! Let's go! Поехали! Полетели! И про подписки не забывай. Давай, пойдем. Я ж тебе такое покажу, ты просто удивишься. Это самая лучшая нычка. Смотри, делай раз, пока только ничего не... Пока не заходи, заходи, все. Давай, я тебя жду. Погодите меня. Ты где? Давай к нам, Агиман, у нас очень крутая нычка. А самое главное, что он нас не достанет. Ну, блин, как сказать не достанет? Но он-то не достанет нас по-любому. Вы где? Дизари, он знает, как сюда идти, поэтому тебя ждут большие проблемы. Я сваливаю. Моментально. Ага. Он за тобой идет. Я вижу. Ты симпатизируешь, по-моему. Походу так и есть. Он прям за тобой. Я полетел. Он с тобой пошел. Дизари, брат! Там же квантум. Там же квантум. Там же есть квантум. О, Дизари, где там жопа случилась? Квантум, это хорошо! А трахнуть Дезари, это неплохо. Вот это сейчас, конечно, приятность тут получилась. А Гиман, как у тебя дела? А у меня вообще все шикарно. Димон, я на втором этаже. Я в домике. Димон, я в домике, я дома. Я, блядь, за всех раз... Второй этаж, Димон. О, я вижу, ты в моей комнате. Здорово, я тебя вижу. Хочешь подсказку? Слушай, Димон, слушай. Я прям... Слышишь? Дурак, блядь. А Гиман там нашел что-то? Подсказочку даю. Дима, в этой нычке прятался Дизари, блядь, квантум. Дизари, зачем там прятался, объясни мне. Я тебе говорил, что он знает. Квантумец, сиди на первый этаж. Иду. Я просрал тебя, ты ко мне, блядь, все равно не попадешь, тут вообще нычка. Стойте, у меня, блядь, постоянно что-то он где-то запирается. Так, Медалист. У меня есть, тоже есть нычка. У меня тоже есть нычка. О, я выжил. Давай ты мне подсказывать будешь, блядь. Все, Димон, хочешь подсказку? Ну а пока Медалист ждет подсказку, готов ли ты принять участие в сложном сражении по защите башен в жанре RPG? Встречай 33 РД. В этой игре тебе нужно создавать свою команду из животных-волшебников и сражаться в битвах против монстров, защищая башню. Животные используют различное оружие, например, пистолеты и винтовки. Кроме того, есть и хитроумное оружие, к примеру, фен или рогатка. Выбирай, каким оружием или предметами лучше всего атаковать монстров. 33 РД – это игра, в которой нужно успеть до того, как вокруг башни появится более 33 монстров. Твоя задача – остановить монстров, чтобы одержать победу. Одиночная игра и PvP заканчиваются очень быстро, менее чем за 3 минуты. Приглашай друзей и выживай вместе. Ну а чтобы дойти до финальной волны с друзьями, потребуется 20 минут. Для того, чтобы создать лучшую команду, не обязательно что-то покупать. Получать награды можно за ежедневные события. Таким образом, ты легко повысишь уровень и получишь новых героев. Кстати, недавно вышло новогоднее обновление, в котором появилось много рождественских скинов с ограниченным тиражом. Ссылка на игру в описании. Гиман. Слышал? А, Гиман видит. Чё Гиман видит? Ну, я вижу Гимана, он рядом со мной. Я вижу Гиман. Это первый этаж. Это какой-то... Как бы это сказать? Отдохнул, нажми, чувствую себя хорошо. Эту? Фига, он в шкаф залез, просто жопа так. А, ну да, он быстро убежал. А вы меня видите, да? Я до сих пор... Конечно. Здесь. Мы тебя видим, Димон. Как ты Агимана терроризируешь, бедный Агиман. А, о, нифига. Агиман, ну, будь ты... аккуратнее, а то тебя как убьет... А, заколебется убивать. Вот так ты вот правильно. Так вот с этой комнаты, да? Нет. Да не хитер. А, ну ага. Все, тогда в пизду тебя. Нихуя себе. Реверсивная психология, молодец, Агиман, так держать. Да какая, блядь, реверсивная, он не пиздел. Мастер романа маньяка. Это ты бы напиздел, Квантумец. Давай, Квантум Геймс, блядь, мне нужно понять, я с Агиманом. В одной ныкухе? Да. Душой с ним. Вот он, вместе. Там Квантумец, блядь. Сука, как вас... Есть! Прошел он, блядь, прошел он. Топает он, блядь, топает. Сейчас я тебе пизды дам, топать забудешь как. Что за агрессия, Медалист? Так. Я Дима Агрессия. Медалист, я ушел с нычки. Еще трындец. Я перемещаюсь в другую.
Мы все уходим с нычки. Медалист, я в спальне. Димон, где ты есть? Скажи, куда ты потерялся? Бежали вроде, и все. Проебал. А, плохо. О, бля, Quantum Games. А Гиманушка, подожди, пожалуйста. Привет, блядь, нажал по ебальничку захотел. Вот, подожду. Я, в принципе, не спешу, чё мне. Я шоколадку поем пока. О! Я нашел, как их вывести. Блять, я специально быстро делал, чтобы ты, блядь, на очко садился, Квантумент. Почему ты не садился? А зачем мне это? Бля, посидел бы. Подумал нафиг бы над своим поведением. Что тебе нужно? Уходи отсюда, красный. Смотри, вообще пух, да? Слышь, ты теперь будешь залечивать свое очко? Блять. Я не могу пройти это дерьмо. Бляха, вы как Герман. Вы заехали, зачем вы добавляете паркуры, блять? Паскуды добавляют паркуры. У тебя причем неплохо получается проходить. Прям профессиональный паркурист. Я посмотрю, ты где учился? Слышь, ты, девочка, что ты меня троллишь? В лучшей школе паркура. А ты чего, на паркур загнал? Полетели. Я сейчас чуть жизни не лишу. Ты заебал, так нельзя, блядь! Какая-то опасность. Ты просто, блядь, лечишься нахуй! Я слышал кое-какую фигню, да? Он прошелся по мне. Ой, а, вы там бегаете. Бегаем, прыгаем в стекло, смотри, не попади, Димон. О, хорошо, Димон упал, бегай по снегу. Блять, ты к хуй Quantum Games, блять. Да почему, медалист Games Play TV, что тебе нужно от меня? Медалист Games, блять, не идет. Вот я тебя, ты мне подсветился, нахуй. Квантумец, зайди в дом. Сейчас зайду. Ты мне поможешь, куда мне заходить конкретно нужно? В зеленую комнату. Ну ты же его видишь, наверное. Я проебал тебя. Вот ты правильно сделал. Ну, сейчас зайду. В следующий раз найдешь. Я вон вижу медалиста, он ходит по улице. Че, рыскает? Лучше найди Гимана, медалист. Да я знаю, он там сидит, дрочит, нахуй мне нужен тогда. Я уже другую нычку переместил. Хочешь подсказку, Димон? Ну ты уже умер давно, ну давай. У меня офигенная нычка. Нифига себе. Нет, с таким подсказком, блядь, лучше идти, знаешь, куда, блядь, далеко. Лучшая подсказка, у меня офигенная нычка. Топовая просто. Я вижу. Улица, дом. Бляха-муха, а что случилось? Медалист, я просто гулял. Ну, блядь, вот ты и нагулялся, нахуй. У меня не было никаких намерений. А что произошло? Просто, блядь, кто меня выселил из нычки? Ой, блядь. А Гимана убили? Я споткнулся с говном. Да. Споткнулся, блядь. Сволочи, они убили Гимана. Там, походу, нычка какая-то невидимая была. Да нет, там просто текстура ёбнутая, понял? Да. Жесть. Да я, видишь, я первый раз решил выйти, бля, охуел от жизни. Я на втором этаже, Димон. Ни слова больше, я иду. Давай. Блять, не попал. Бывает. Со второго раза приду. Да не, выжил. Да, я выживаю. 2 секунды, 1 секунда, я выжил. Поздравляю с победой, блять. Что-то как-то неискренне было. Девочки, бежим. Девочки, блядь. Ну, девочки же, правильно. Да, я закрою эту... А! Еман. Спрячь меня. Давай. А я буду твоим, блядь. Ты где? Я здесь. А вот об этом вы знаете? Так, вообще-то, я ее нашел только что. Я ее нашел не только что, блядь. А я что-то не понял. Меня Димон. А скинь мне личильную. Я не взял ее. Ну и нахуй сюда пришел. Да-да-да. Вообще-то, ты пришел в мою нычку, нафиг я сюда пришел. Это я знал об этой нычке. Интересно звучит. Типа, я тебя не наебываю. Он слышал, на елку лезет, будь аккуратен. Не знаю, что происходит, но я хочу пойти погулять срочно. Да? Контумец, ты бы видел, какая у меня нычка обалдела. Да Дима так мансит опять! Хочу увидеть. Дима, ты чё молчишь? Я потому что очкуй, наверное. Смотри, где я. Ух, ты попал туда. А это телепорт. Покажи где. Я отсюда не выйду просто так, чтобы показать, понял?
Дима, как я проснулся? Ну нет, это не так, это не так. Убегай, убегай, не переживай. У меня, я помогу тебе. А куда бежать-то? Я не помню, как обегать. Ну, точнее, я не смогу тебе объяснить, как я сюда попал. Это не из этой комнаты. Это где Дань? Он сейчас увидит меня, похоже. Я все это время работал. Гиман, аккуратно, аккуратно. Нет, не туда, Гиман! Блядь! А, я ждал! Я просто стоял, услышал, ты понимал, за дверью и ждал, пока ты выйдешь. Я же говорю, не туда, Гиман! Я пиздец, я типа... А ты видел меня даже в это время все? Нет. Я решил проверить, куда телепорт ведет. Нет, говорит! О, чё, блядь, кабука! Чё за хрень? Двери! Ловушка, а не двери! 4, 3, 2 1, и я выхожу на охоту. Я надеюсь, вы готовы. Мы не готовы, Квантумец. К такому нельзя приготовиться. Это как же готовы? Так? Нужно быть готовым ко всему, господа. Кажется, нашел кое-кого. А кто? Это, походу, Дизари. Потом все смеются, веселятся. А Дизари молчит. А Гиман убегает. Ага. Дизари, тебе же GG? Да. Соси тогда, получается. А, слышал, на работать! Телепорт на паркур. Телепорт на паркур зашел. Ты подсказываешь, блядь, дизайн? Куда ты побежал? А ну стоять, нет, слышишь? Отстань, он за мной носится. Тормоза сделай резко. Да, бляха, чем больше муха. Всяких телепортов, тем дольше он тебя будет искать. В любом случае, запомни это. Да? Я уже свалил! Плохо свалил. Дизайн очень плохо. Он за мной! Это больше! Нет, нет, Димон! Дверь закрылась, блядь! А там что, как, в смысле, я бегал за Дизари, получилось, что за тобой бегаю, что за прикол? Я тыпнулся, я хотел взять штуку для этого. А получилось, что сдох ты, классно, Дизари. Он говорит, что это, типа, я плохо ты спрятался, а я нормально спрятался. Жесть, просто жесть! Бегал... Бегал за одним, сдох другой. Это тайминг дикий! Это дикий тайм. Ты его как-то сильно. Ну, он где-то возле этого сарая его видел, который там, прям возле входа, с его нычки. Где-то там он лазит. Где-то ты здесь, мне кажется. Сейчас я пронюхаю. Я долбоёб. Я поздравляю тебя, давно такой? Да, только что. Че, так можно? Ты что, стал долбоёбом? Да. Я извиняюсь, я на твоём, блядь, старческом случае. Я услышал, когда топает, ты полетел на топот. Да? Просто. А как ты за спиной мой оказался? Ой. Опа, здорово. Яман. Как ты? Нам всем тренда, короче, мы все. Я все посъебал. Кто куда, а я посъебал. Ты где? Я съебался. Далеко? Не очень. Я тут просто одного понять не могу. Квантум, ты любишь Агушу? Где-то ВХ встроен или что, блядь? Блядь! Ты не зашел туда, что ли? Сам пришел ко мне просто, молодец. Тут вариантов, на самом деле, очень много, где можно спрятаться, чисто вот без запары. Смотрите. Вариантов масса, но я сначала сделаю так. Как раз 3 штуки. Тупо все по-человечески, тупо все с красотой сделаю и буду дальше жить. И кайфовать. Ну вот, все сдались. Что же теперь делать, как же быть? Хорошая идея, куда потом спрятаться. Это можно, кстати? Он скоро выйдет. Они работают, деревья, вот на этой карте, блин. Очень грустно и печально, фух. Я чуть жизнь всем нам не испортил, пацаны. Самая лучшая нычка это... Сейчас. Я спрятался, у меня самая лучшая. О, Дизаря, ты хорош. Да, спасибо. Ты крутой. Спасибо. Это вот Quantum Games, блядь, смотрите. Медалист Games Play TV вышел, смотрите-ка. Хватит меня так называть, блядь, у меня по-другому надо, я просто медалист. Медалист Games Play TV, все правильно. Ты Games. А ты Games Play TV. Так, что тут может быть? Че-то хорошо ты паркур проходишь, вопрос. А че нет? Я тебе говорю. Блять. Хватит, блядь. Я лечиться, блядь. Тут что-то еще и здесь есть, чем мы раньше. Чего? Эй, ну, блядь, ну Квантумец, ну это бред ебучий, ты просто залечиваешь свое очко! А, ты стоишь на краю, не можешь ему прыгать, да. Лечишься? Нет, нет, типа я его режу, да хуя режу, он просто... Лекается, ебал, все правильно, все. Так и надо. Так нет, ну это не РП, пизда вообще. Где попал, бляха-муха? В жизни люди лечатся, что не РП? Раз в минуту хотя бы, блядь. Ну по КД просто шли себе, ебашь, что это за лечение такое? Блин. Я бы по 228 нахуй проверил.
У тебя номера 228, поэтому тебя надо проверить. А чё, у меня просто номера повезло, блядь, так. Все так говорят. Пацаны, вы его видите? Мне нужна инфа. Я в зеленой комнате, я его не вижу. Ты там же, Акимов, в той своей крутой нычке? Не-не, я в другой сейчас нычке. Какой этаж, пацаны, блядь? В принципе, если вы придете ко мне, я вам всем могу отсыпать лечение. Ну задержка телепортов, это блядство. И не говори. Отсюда хотя бы все видно. Жесть. Да, я можешь в окно? Уже ничего не могу. Я в остальном я сижу и очкую делаю. Просто. Ну он выходит. Это я сейчас он сидел и очковал, не так понимал. Так ты хоть как... в нычке, блин, а мы с Дизарем вообще тут на променаде. Мысли, он ко мне прямой наводкой залез в нычку. Так что поделать, кому же жить легко? Там я вообще в кизерь боюсь, вдруг он вон там вот. Все на кухне он знает вообще, что делать-то, как быть. Он только одну мою супер на кухне знает. Он, по-моему, летает. Нас бьют, мы летаем. А вы на первом этаже или где? Я на первом. Да, я тут тоже гуляю на втором. Но уже не на втором. Вот ты, нычки-то открываются. Вы где вообще нычки нашли? Да, это... Мы с медалистом в догонялки играем. А, это... Я не видел эту нычку, блядь. Таня, прикольно, да? Таня, дай мне. Ты дурак, я сейчас просто нет. Настолько сильно испугался. Спасибо. Медалисты где? В нычке. Ты вообще-то не должен сидеть в нычке. Ты маньяк, ты должен искать жертв. Ты немножко правила перепутал. Говорит, я в нычке. Сейчас бы маньяк в нычке сидел. Меня сейчас кто-то депертал прямо в тут, где Заря. Обалдеть, Агиман, ты руина. Ладно, Димон, все, можешь идти по лестнице на первый этаж. Только по лестнице. Я запомнил, Гиман, да. Я там, знаешь, только сидел, я шприц сзади ходил, какая операция была, чтобы забрать. Теперь поднимись на второй этаж. Нахуя? Да. День ног, потому что. Кунтумец, какой, блядь, день ног? День ног. У меня, я жопу, блядь, отращиваю, какой нахуй день ног? Вставай и поднимайся на второй этаж, день ног. А Гиман, ты чё как таракан по кухне елозишь туда-сюда, не понимаешь, что там с тобой происходит? Я бегаю, паникую, блядь, за мной медалист гонится, отстань. Побегай по второму этажу. Еще что тебе, блядь, сделать, Квантумец? Так день же ног, я здесь тренер, а не ты, так что бегай по второму этажу. Слышь, медалист, это как сказать? Я тебе давал подсказки, как мог ты. Ого, Гиман. Ты мне за секунду подсветился. Нет, чтоб ты понимал, Квантумец, тебя реально было плохо видно. А, я подсветился у тебя? Знание сила, как говорится. А не, а учение... О, а меня видно здесь? Алло, цыгане, пошли нахуй! Я вообще, блядь, без вас хотел здесь быть, если что. А в смысле без нас? А без нас нельзя. Я типа просто хожу нычку ищу. Это бесплатная нычка. Найдись со мной вместе рядом. Так давай ко мне сюда, иди, если будет чётко. Только буду. Чё-то так лень убивать вас. Вот сейчас всякие нычки, дурацкие. Около тебя! Деть будете. Слышишь? Дизаря. Медалист наша. О, прости! А вы друг друга работаете? Я резал по стенке, не режь меня, да, блин. Дизари, мы в нычке Агимана! Иду. Которая вот эта в кровать, потом ползти и вылазить. Вдвоем. Дизари, иди убей металлиста! Бомберы, блядь, вы долго будете? Какие бомберы, вы Очкун, это я открыл! Да ну тебя нафиг. Ну я по коридору же бегаю. Блин. С вами весело, Дизари. Короче, Дизари. Это моя. Это же наша. Дизари, я в туалет пошел, как найдешь, меня убьешь. Видел? А ты их видел? Да как я их увижу, если я здесь? Quantum Games, а вы не Бомж Геймс случайно, блядь? Нет, конечно. Как дела? Прыгай, Рища. Он идет к нам, давай. Все получится. Он упал. Да блин, блядь. Ну... Маны искать. Кто вас вообще, ну вы сучи. Себе шприцами натыкать. Ладно, пофигу, я пошел, Димон. Мы коллективно против коронавируса. Да. Гамка Виват, блядь. Спутник, хочешь, я поставлю? О, пошла жара. Дед Мороз побежал. Блядь, пацаны, там Дед Мороз бегает. Выпустил револьвер случайно, ребят. Да, вы отсюда пропадаете, люди исчезают в этой комнате. Нормальная комната, в смысле? Чисто. Валяха-муха. Дизари, назад, беги, назад пройди.
Спасибо, спасибо. Спасибо, Димон. Дима, щит. Ребят, возможно, у него есть револьвер, блядь. Я случайно прибал. О, Димон, привет. Ты поближе ко мне? Ну так. Так мне как-то спокойнее. Подожди, Квантвест, ты в той нычке сныкался? Он, кстати, про нее не знает. Он про нее он полетел. Дизари, вот я возле входа. Иди ко входу, и ты найдешь меня. Вот прям подойди ко входу, я кину тебе подсказку. Да тут Димон рядом. Это я. А, это Гимман. Бля, Quantum Games. Quantum Games, бля, что за хуйня? Quantum... А что ты сюда пришел? Где свою нычку-то? Пусти! Да пусти, блядь, он сейчас меня выебет! Вот, тут так можно было? Блядь, кондубец, ты хуй! А я ж тебя впустил! Да, но телепорт с задержкой, сука! Ага. Да, кстати, по-моему, такое ощущение, что все телепорты на этой карте отключаются, потому что я только что не смог ТП-шниться. Да как к нему попасть-то туда? Куда? Что он сделал? Бляха-муха. Квантум... Чё сделал? Стоял в коридоре, я его достать не мог. Дизарь, иди ко входу в дом. Опа-пам. Хорошо. Опа. Я у входа в дом. Слышишь? Да. А ну-ка. Я тоже хочу посмотреть. Бляха-муха, он за мной бежит! Господи, помогите мне! Не помогайте ему, пожалуйста. Господи, поможет. Господь, помощь тебе. Да куда он все время в этой комнате пропадает? Дизари, иди ко входу, Дизари. Он прям тебе в душу глянул, слышь, такой типа, привет. Маслину ловите. Ту-дун-тун, ту-дун-тун. Нафиг. Нифига, какой ракурс! Ого. Ева. 18+. Да, ну-ка, стой. Е-ман, на, смотри, ребят, любуйся. Полюбовался, все, я пошел. Полюбовался, нафиг пошел. Покажи еще, вернись, покажи еще раз, покажи еще раз. О, привет! Привет. Ой. Отъебись, блядь, ты ебанутый нахуй, что ли? Ой-ой-ой-ой-ой, ты что творишь? У меня 18 42 кп, бляха-муха! Ну что, давайте вала... Короче, давайте так, смотри, когда будет минута, если вы не выйдете, я стрельну еще раз. Бляха-муха. Это кто бежит? Это, наверное, квантумец бежит. Слышишь, как страшно мне? Ты этого хотел, да? Я вижу эти двери. Я да не терроризирую револьвером, он вообще теряется, когда слышит выстрел, наверное. Трындец, как страшно. Помню, когда Квантумет потерялся в первый раз. Да, ну ладно. Искали всем городом. Ты Магиман сдох, что ли? А. Прости, пожалуйста. А, ребят, ну что же, на этом все. А это был CSGO Дед Мороз Маньяк. Как тебе ролик, пиши в комментариях. Не забывай про подписку на канал, ставь лайки, чтобы CSGO выходило чаще. Всем пока, до скорых встреч, пока-пока. С наступающим, друзья. До свидания.